ты сейчас после тренировки, да? О, бади маш. Бади маш. Как ты себя чувствуешь? Смус, сигрых доп. Сейчас все нормально. Ты помнишь свой бой, когда ты после боя восстанавливался очень долго? Катерис Махлары. Сколько время тебе понадобилось, чтобы ты физически восстановился? Бади бой, там рисмака, бади яким поражением битки, как бы все улыбзаш. Даже дарбани сэмо, дарбани сэмо, на оса оса, восстановился. Были у тебя бои, когда ты выходил с травмой? Да, мада, чан бой, да и бой охерон бой, да чан бой травма, которая у меня имака. Да, общий. Я профессиональный бой, о да, чан бой по травмам. Какие были травмы? Как, у меня уже видно, ама кулаку, ака уже мои бай. Кулаком мои бой, бывает. Вот, да, а мы бой охрон кулаком бой, бывает, бывает, бывает. Чиликой по чам, чор чилик по чам, брома даги бывает. Бой с бразильцем, да? Я да, охрон бой, ака, последний. Каждый атлет за одну тренировку тратит от 200 до 1500 калорий. Для того, чтобы организм чувствовал себя хорошо, нам нужно употреблять в течение суток 2 грамма белка на килограмм веса, 4 грамма углеводов на килограмм веса и 1 грамм полезных жиров в течение суток. Но сегодня мы разберем количество белка, который нам необходим в течение суток. Умножаем свой вес на 2 и получаем количество белка, который нам необходим, например, 80 килограмм умножаем на 2, получаем 1 килограмм 300 грамм мяса в течение суток. Физически невозможно употреблять в течение суток такое количество мяса, или же очень сложно. И тут прилетает на помощь протеин от компании Siberian Supernatural Sports. Siberian Supernatural Sports предлагает нам широкий выбор протеинов. Сывороточный протеин, изолят и гидроизолят. Отличается продукт друг от друга по степени очистки. На первом месте идет гидроизолят, на втором месте идет изолят и на третьем месте идет сывороточный протеин. Siberian Supernatural Sports дает вам возможность подобрать под себя, какой протеин вам больше подходит. А если у вас возникли сложности при подборе протеина, вы можете использовать промокод IRONKING при покупке и, конечно же, получите бесплатную консультацию и скидочку. Все подробности по ссылке в описании. Ты долгое время был в Америке. Насколько я знаю, у тебя должно быть контракт с UFC. Чигапши там уже? На Америке менеджер контракта Габзе Намакан мада як бой дар корбутки, бади бой поражений бед, бади бой мада победа дар корбут, я бой. Ана да вақти ҷога бо документо айри документо камтар проблема шуда кад документо сос кадан атсон айри авай ман атсон ки да UFC гатуна ки документо ахози бо як победа кадаге мумкин ки бо иншалло шавака. Ну вот опять же есть информация, что ты в Америке, в Лос-Анджелесе, по-моему, выступил в боевом самбо, правильно? Дзюдо. Дзюдо. Это был тоже как бы путевка в UFC или это просто? Это как бы барой ходом идака, барой ходом я был санжидан, хела баром одна когда был, хостом ки да, хами на уд споди я был. Но ты занял первое место. Да. Почему ты не остался в общем в Америке и решил опять приехать? Барык машко ака, маш тренировка ма да уже камтар сыс мегзара. Да уже чеке гон спаринг партнер хас, а это хорошо. А маш ке тоджиксон хыдмо, вазмина зура барой хыдмо. Ну я сейчас видел в зале, у вас сауна там. И вот вы сейчас тренируетесь на третьем этаже, где вот не хватает воздуха, это специально так или... Или так получилось? Порой дыхание, как дыхание, порой хуйш дам. И порой холотойки, муки, агар титульный бой, панчим раунд, чорум раунд, уже бади дием раунд, бади дием раунд, уже соперник, уже малым шаки, ки дыхание швей, ки ас уже мрдаге. Когда у тебя намечается бой, ты
узнаешь своего соперника, ты смотришь его бои заранее? Чекум, а мы солайки, да зору, ай, да зору, хаб, да, дусоли охир, матамушо мекен, то дусоло матамушо на мекен. А почему не смотрел? Чекалайки, махула в докинат, мехосуки, пока даринг вину. А такого понятия, как посмотреть, какие у него есть слабые места, и потом воспользоваться этим? Не-не-не, вообще. Да, мы чима мехосуки, бро, конкретно, пока джанг. Я смотрел очень много твоих боев, и ты всегда с улыбкой выходишь в октагон. Был какой-нибудь бой, когда ты выходил не с улыбкой, а со страхом? Нет, страхом нет. Факат с улыбкой, да? Красавчик. Есть информация, что ты, когда еще не выступал профессионально, ты по борьбе в празднике Навруз выступал, правильно? Да. Ты помнишь свой приз там был когда? Он был архаик. Черт. Сет чорка с хатибаромат никогда пачка калам. Я был, да я на Урзи, ма джойнамоз бир дагим, джойнамоз ганда херсанч дагим. Я сафер гуду джойнамоз бир дагим. Шансола бады? Хато, а я хато наку, мукин чорда сола, йоки двуза сола ка. В 2013 году ты стал чемпионом мира по боевому самбо. Я правильно? Валяка, Аска. Но как бы профессионально ты занимаешься давно, до 2013-го этим, или я ошибаюсь? Не, не, не. Нет? А когда ты начал профессионально заниматься? Да, зору, бади чемпионат мира, как ты чемпион мира ждем, оба дом уже профессионально экзаштем. Неким як бор бароматка, да гибдем. Да, зору, за. А, не, профессионально бы докажет. Любительский. Сейчас очень популярно бойцы UFC и MMA, они выходят на ринг с боксерами. Если бы тебе предложили у нас в Таджикистане, с кем бы ты вышел на ринг побоксировать? Из боксеров. Из боксеров? Да. Тоджикака? Тоджик. Ягонка с хотяка. А ты наших боксеров знаешь? Да, знаю. Шерали, Бо. Анвар, Аке Анваро, Мехрубон, Мехрубон, Озимедон, Шаукат, Мухаммад Якуб. А почему ты не хочешь с ними выйти? Человек говорит, что когда я тараф Таджикистан барумат некран, Мухаммад, мы хотим, чтобы я парчама блок не баравай. Может быть, дело в гонораре? Не, 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 вообще. Хорошо. Я ягон таш, мукин. Слишком, вот хочешь к нам, мукина, кайхе. А сколько бы ты потребовал денег, чтобы с тобой вышел боксер? Если бы он захотел. Ну, 5000 баксов, 10000 баксов. Плава не гонам, как бисер бат хочешь к нам, мукин бы плака. Да? Даже так? Вообще вот, когда тебе предлагают контракт, ты вообще смотришь на сумму или нет? Нет. Вот ты долгое время был в One Championship, правильно? Нет. Там большие гонорары были? Вот так, здоровья могу. Самый большой гонорар, который ты получил? Ашазор. Ашазор доллар. Да. Вот я помню то, что ты выступил на ACB, правильно? У нас в Таджикистане когда было. Насколько это было для тебя тяжело выступить именно вот с этим соперником? ACB-ка? ACB, да. ACB, здоровья могу, легкий будет. Заметил один бой с дагестанцем, по-моему. Ты его выиграл, и там какая-то потасовка была. Из-за чего это было? Пеш, ай, виспат, недовольный габ за гарманакат, че он? Гарманакат, баровай. И ты его наказал? Пресс-конференция там, Бюрматикат?
После, как вы уже выступили, ягон потасовка шидио? Послека. Все решилось там. Вы ушли спокойно по домам. Сейчас у тебя, по-моему, намечается реванш с бойцом, с которым ты выступил в 2016 году. Кевин Беллингон. Беллингон, да. Когда у вас намечается бой? Реваншака? Реванш. Да, я думаю, Козмов предложит, я думаю, как бою мы Хуан. Хуан Барманеки на как. С твоей стороны предложение пошло, а они уже будут думать. Мараки, мы будем, как мы будем бориться, мы будем бороть титул Барманеки. А хоть бы титула Бридяка. Бой, как я Барманеки, Марду не буду. Когда ты заходишь в октагон, ты кого-нибудь слышишь вообще вокруг себя? Один человек, секундант. Секунданта тоже. Этот секундант тоже из твоей команды, да? Больше ты никого не слышишь? Не, еще секундант соперника. А больше ты на кого внимание обращаешь? На секунданта соперника или на своего? Ваху, латами, блин, мака. Есть твоя слабая сторона, которая тебе мешает, когда ты подготавливаешься к какому-нибудь бою? Слабая, конечно. Аста я така. Аста? На медичка, да? Не, аста. Бадди, бой вах даст бардури. Да. Это слабая сторона? Бля, хрсан меш, яка слаб меш. Если, допустим, у тебя был бы шанс, да, и всех тех бойцов, которые уже не выступают в UFC, MMA, с кем бы ты бы хотел выступить? Бак, ай, да, зору сензак, ай, да, зору сензак. Я звучу, да, мама, хосум. Магнеки, я был гуфтом, ты мака слишком, гуфтом, шидам, арчи, гуфтом. Я к маме хосум, а я к Хабиб кати бару, мака, мака, хостагим кати. Я говорю, муки вай да чемпионат мир бай бой сам бо, я гонш да кати мама кати, ма вес ма вес хавай мекадам, кати вай бару мад мекадам. Лекин, ози ки яка уревни, нашод уревни гем, UFC боло дай, Хабиб уже хела боло рафтагай. Мы бывает, то Хабиба хела, и я мал баромат кенге, рабе мамуре у меня. Я уже здесь, мы сейчас как я, кем я бы хочу баромат кенге. Твое желание это было с 2013 года, да? Но у меня есть информация, что ты болел за Конора. А бой да ка? Не мал да Конор болельщик не мог мака. Мал да да я боец болельщики мне кадо мака, да не боец у я да тогда. Антонио Петс да ка, а это Азор Сенза чемпион UFC бы 200 Хабиб да. Я говорил, что Хабиб хотел бы давай, бро, но болельщики давай бы дам. Лекин хотел бы бой до трав. Лекин, и хейгуэ, макет, Хабиб хотел Макгрегор, бро, мадак. О, Макгрегор, все, болельщик. Как ты думаешь, где тебе наибольше удобно и комфортно подготавливаться к соревнованиям? Если у тебя была бы возможность в любом месте на планете подготовиться? Таиланд, ака, Таиланд и Америка. Часто все бойцы, я не первый раз этот вопрос задаю. Часто бойцы ездят в Таиланд. Почему? Подготавливаться. Таиланд, как чекаю, насчет погода, ба, спарринг партнер много, а как спарринг партнер? В одном интервью говорится, что вы когда ездите в Таиланд, вы обязательно ездите кататься на тарзанке. Обязательно, да? Экстрим. Экстрим. Почему? Я люблю ака. Очень. Было бы странно, если бы ты не любил экстрим, потому что ты выступаешь в экстремальном виде спорта, да? Самый большой страх, который ты почувствовал перед боем, да, вот, и доходило до того, что ты не мог уснуть. Было такое? Не, а перед боем? Да. Не, я хоновик вообще, ака. Чего? Разминка, музыка, бушмикрым, ака. Ва, кати бачо, кати малиму мешним, габ мезанам. Ты себя мотивируешь? Я пока так мы шухи мекнем, чиз мекнем. Ки то бой я хамы кебром, а бой уже ранги спарринг зал мы то вака. Ну чека да зал спарринг мекнем, хамы хамы мы бром спарринг бори мекнем, ба бренд мия. Сейчас у тебя намечается какой-нибудь бой? Ты подготавливаешься к чему-нибудь? Кроме того, что ты отправил реванш.
آغازی نیکر. ما آغازی کانترکت جدید دورم که دزدور نزد معلوم نشکه. UFC کانترکت. دیجوا که وارسی یه تیتر نیبوی. یه کی یه گونه خروشی کدایجانی. یه کی UFC. Через сколько ты собираешься завязать с боями? Я в втором этапе. Ну, там 40 лет, 45 лет. Да, гарки, соз, саламатым, сад, вызвать, ака. 45. Панджо, сола. Ага, саламатый соз, ага, саламатый кабинет, без зебуша, ака, вазят, без зебуша. Муки, пага. Самая тяжелая травма, которую ты получил, это какая? جول تراما که کل نشده شکر خدا تراما تجول وابسته نشده. آه، تیپی بیشتر استایکی ودوبن رابطه یا فارتری؟ آه، اوبا رابطه یکا. آما طرفا. آما طرفا. کرودا. لучшее, что есть для тебя, что ты можешь поменять на свой вид спорт, это что? Саламатим ака. Саламатим. Есть титул UFC, правильно? Пояс UFC. У тебя есть еще фотографии, ты из UFC, и ты мечтаешь, что у тебя будет этот пояс, да? А если тебе предложат то, что ты получишь этот пояс, но после этого ты не сможешь выступить на все 100%, ты бы согласился взять этот пояс? Да, как. Все, главное, драма.